какие деревья! Они колышатся на ветру, у них до хрена листиков. Они высокодетализированы, и вообще растительность просто прет во все стороны. А какая текстура у деревца? Хорошо, и каждый листик отражается, оттеняется на деревце. А какие трава? Сколько травы, я столько не выкурю. Ее просто дофига. И каждый тень от каждого листика отражается на каждом кусточке, на каждом пруточке. И получается мега насыщенная картинка. А какая текстура земли? Какие там листики? Превосходно. Excellent. Какая детализация эндуров, какое освещение. И чувак, у него работает самозатенение. Прекрасно просто выглядит. А какая дверь, какая текстура двери. А скамеечка, просто превосходная скамеечка. Excellent. А ща попробуем трахнуть из гранатомета. Какой взрыв! Превосходно просто. И по растительности обратите внимание, как пальму разорвало в клочья и как ее колбасило. А какой прекрасный гаражик, какой он красивый, какие у него кривые листы красивые, как это все на солнце блестит, просто превосходно, и как тень на нем. А какой лопушок. Как реально я на него наступил, и он прогнулся подо мной. Лопушок прям как реальный, очень красивый, его колбасит. И по нему можно пострелять, и при удачном попадании ему отхерачит что-нибудь. Вот так вот. Вот тебе лопушок, ты красив сказочно. А какая водичка. Какая, смотрите, как будет преломляться деревце, смотрите, как реально прям сквозь воду смотришь. А потом раз так, и чуть-чуть помутнение в глазах, и раз, и опять. Просто превосходно. Какие отражения на водичке, каждый листик от деревца виден, солнце как играет на водичке. Каждый листик все колышется, все пипата. Просто превосходно. О, мужик, у тебя неплохая детализация. Какие у тебя штанишки? Какая у тебя текстура на штанишках? Где купил? В бутике, небось. А какие у тебя ремешки пипатые? И руки прорисованные. И сам ты круто пялишься. И башкой ты машешь. И до меня ты смотришь и поворачиваешься. Круто. О, и ты, южноафриканец, тоже неплохо нарисованный. Волосы у тебя на груди тоже неплохо нарисованные. Пистолет у тебя классно нарисованный. Анимация твоя классная. Ты стоишь, ты не как истукан. А вот коробочка, картонная коробочка. Она двигается, и разнести ее можно нахрен. А шина, она упала с ящика. Ее можно двигать пулями. А теперь попытаемся взорвать бочечку. На шалаш обратите внимание. Приютник бомжары. Опа, и нет приютника бомжары. Он разлетелся от взрыва. Еще один прекрасный гараж. О, как ты прекрасен. Как ты просто восхитителен. Расхерачим еще. И как листва посыпалась, обратите внимание. И крышечка от бочки. О, давай, двигайся, моя дорогая, двигайся. А это пожар, смотрите, прерии горят. О, как они горят. И дерево загорелось тоже. Смотрите, смотрите. Это просто превосходно. Трава сгорает, и все, и пожар прекращается. А теперь дерево горит, и листва сгорает. О, ей, другое дерево загорелось, и оно тоже горит. Горит жарко-жарко. Полымя, полымя. А вот то дерево уже сгорело все полностью. И вот это дерево тоже сгорело. Превосходно, просто превосходно.
И бочечку можно попинать, и она будет катиться. Вот так вот. Примерно как в Сурсе. О, как ты прекрасно катишься. А вот эти шины можно пострелять, и они будут скакать на шесте. Скакать, но не колбасить их. Все будет как реально. То есть вот они колбасятся, но при этом вокруг шеста как бы. Превосходно, просто превосходно. А вот этот заборчик можно подровнять чуть-чуть, подровнять его и еще подровнять, и еще подровнять. А вот машинка так себе, машинка так себе. Но зато какая текстура шины, о, как она офигенна. И колеса круглые, и хромированные. Да, шины здесь просто офигенные.